Unutsalar tışırık işlerine. Biz yaşayın seni. Biz var yerde yaşırın tuğun. Bizden işler mene. Unutturmak. Gül bilgirtip durup. Hisimizni yaşamik kiltayıp. Bizni süyüşüler her urunda yakınlığımızını tırsın duyup. Стремительно летящие годы многое стирают из людской памяти. Даты, события, имена. Но есть среди них такие, которые не должны предаваться забвению. Для бавлинцев это имя Миргалиян Миргазьянович Фахриев. Кешенин ин кадрли нерсесе турмуш. Тормышыңа бары бер генә тапкыр бирелә, һәм аны шулай үтәргә кирәк. Үлгән вакытта бөтен гомерем, бөтен көчем дөньяга иң матур нәрсәгә көрәшкә бирелде, дип әйтерлек булсын. Русия зрителя, режиссера, друга, заслуженного работника культуры Республики Татарстан Миргалияна Фахриева. С Миргалияном Миргазьяновичем мы работали в первой школе, мы работали в пятой школе. Сегодня буквально вот хочется сказать о нем, как о человеке, который, человек в первую очередь очень справедливый. Он был справедливый во всем, он был справедлив с преподавателями, он был справедлив с детьми, он был справедлив с родителями. То есть это человек, который, наверное, понимал всех, всю категорию. Авторитет. Фахриева Миргалиян Миргазьянович. Огромное вам всем спасибо. Зур рахматсызга. Знаете, он отдал всего самого себя. Он с энтузиазмом брался за любую постановку. Он такой был оптимистично настроенным режиссером. Он смотрел, что он знал, что у него получится. Вот как говорит Ренат Гайзович, тоже ко мне он всегда приходил в кабинет. И между разговорами мы всегда решали те или иные проблемы. И они обязательно разрешались. Я сегодня что хочу сказать? Хочу сказать, что под его руководством наш народный театр всегда был на первых местах по республике. Обязательно они привозили призовые места. Это их большой труд совместно с Миргалияном Миргазьяновичем. Татарстанның от қазанған ұқтышылары оңа шушынды бейәне бирәләр иді. Әйінді театрға келгенде, театрда шулай ұғыл яратып, әптүрлік ішіне алынып, рөлләрін ятлағанда әйтіп кетерлер әлі бәлкей. Ол шыннанда әйттілер енді бұнда шып шынлап татар тілінде сүйлеше білмесе де, өз рөлләрін дәрісілер орасында ятлап та, шул қанар етіп, яратып, спектакльлерді ойнайды. Хәр бір... Шофер, сен машинаң білән? Машинаға ола? Ой, қанар етіп, көресілер. Машинаға ола мен зипа. Шофер керек. Менің қабып механик керек. Балаға, ота керек. Машина ұзы? Ақ ұзы? Шофер ола, машина керек. Әй, олайды бұл. Машинаға ола шофер керек. Күрдің мейді? Күрдің? Сенің қызыңды көрмей. Санға да сұқмы ерген шабин. Менде қатқым қолын әліккен. Мешара, мүгін сәргеде күз қалмағандыр енді. Мүгіз ұрынлары қышыта да башылағандыр енді. Әлі де сұм түгіл. Біз бәқітсіз ясыйбыз.
Без бахытсыз ясыйбыз. Һәр кешенең күңелендә шайтан ярдәмчесе бар. Карунлык ялкау көнчелек, мин милләт гайбәтчелек. Барсы да безнең дуслар. Мин синең шушылай элеккегечә Ясминә булып чыгуыңны ничә еллар көттем, Ясминә. Син яш, мөлаем, нәкъ мин яраткан Ясминә. Ягъби, ни сөйлисең син? Әле иртән иртүк иштеңме? Жоқ, Ясминә, бер тамчыга ішмәдім. Тұрып йөрүләреңне кеч болмадым. Бары тик сені көру үшін генә, Ясминә. Ары! Ары,